И начнем с данных по коронавирусу. В Тюменской области скончались еще 4 пациента. За сутки в регионе 75 новых случаев заражения. За весь период 32 116 заболевших. В России за сутки более 9 тысяч положительных тестов. Выздоровели свыше 13 тысяч человек. Добавлю, вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что прививки от коронавируса могут стать регулярными, так как COVID-19 постепенно превращается в сезонный вирус.